Всем привет! Это «Факты от Автогода» и я Сергей Анненков. И сегодня у нас новый Geely Cool Ray 2024 года. Первое. Автомобиль изменился внешне. Новая решетка радиатора с обновленным логотипом компании. И в целом автомобиль выглядит агрессивно. Также добавился спойлер, который необходим для меньшего загрязнения заднего стекла. Второе. Geely Cool Ray внутренне стал более минималистичным, но кнопки быстрого доступа остались на месте. Материал салона – эко-кожа. И что для меня самое главное – это подстаканники. Если у вас эспрессо, вы можете поставить маленькую чашечку. Если вы пьете литр кофе, как я, за один присест, вы можете раздвинуть размер этой чашки, и сюда влезет все, что угодно. Третье. Проекция смартфона, система камер кругового обзора с функцией прозрачное шасси, видеорегистратор, управление климатом, музыкой, приложениями, собраны в один простой и интуитивно понятный интерфейс. Четвертое. У Geely Cool Ray классная динамика. 8,1 секунды до сотки набираются плавно за счет двойного сцепления с масляным охлаждением. Пятое. В этом автомобиле есть замечательная функция автоматической парковки с четырьмя режимами, что очень удобно в городе, особенно для тех, кто боится парковаться или просто не умеет это делать в городе. Нажимаете «Выбор места», выбираете место, показываете, куда машине запарковаться. Затем нажимаете «Начать парковку», отпускаете рулевое колесо и тормоз, и машина делает все за вас. Для меня это чудо, потому что я привык парковаться сам. Ты смотри, она поняла, что не хватило ей радиуса. Обалдеть. Это были «Факты от Автогода» про новый Geely Cool Ray 2024 года. Всем пока!